Друзья, привет! Сегодня я коснусь очень интересного вопроса, который волнует большое количество родителей. Как же мне вырастить умного ребенка? И я перечислю ряд правил, которые стоит придерживаться родителям, чтобы помочь малышу интеллектуально развиваться. Ну что, поехали! Прежде чем переходить к правилам, выскажу свое мнение о понятии «умный». Для меня «умный» — это эрудированный, начитанный человек, умеющий пользоваться своими знаниями и применяющий их по необходимой ситуации. Умный человек должен обладать способностью самостоятельно решать различные жизненные ситуации, анализировать происходящие ситуации, а также делать правильные выводы. Кроме того, интеллектуально развитый человек вполне способен прогнозировать последствия своих действий. Ну и как же помочь малышу в развитии умственных возможностей, спросите вы? Конечно, дорогие родители, вы не можете повлиять целиком и полностью на развитие интеллектуальных способностей вашего чада. Однако вы можете знать правильные направления этого развития, а также создать нужные условия. Для этого, как мне кажется, стоит использовать ряд правил, которые я приведу далее. Самое первое и самое важное. Помните, что речь и мышление взаимосвязаны. Как можно больше общайтесь с малышом. Обязательно начинайте общение с ребенком еще во время внутриутробного развития. С малышом до года устраивайте экскурсии по дому, носите его на руках и рассказывайте ему обо всем, что вы видите. Малыша стоит держать спинкой к себе и личиком к окружающему миру. Ну а с момента, когда малыш начинает говорить, обязательно поддержите с ним диалог и задавайте как можно больше открытых вопросов. Второе. Пойте песни и слушайте музыку. Грудничку пойте самостоятельно, с малышами постарше можете постараться исполнить совместно какой-то трек. Мой малыш, например, очень любит слушать музыку со мной. Никогда не забывайте, что музыка способствует благоприятному развитию внимания и памяти. Ну и, конечно, улучшает настроение. Третий момент. Читайте книги детям. Данным процессом можно заниматься с первых дней жизни грудничка. Читая книги, вы пробуждаете интерес у ребенка к чтению, а также способствуете ускоренному развитию речи. Четвертое. Придумайте активные игры. Активная игра способствует развитию социальных навыков. Кроме того, малыши постигают основы ролевого взаимодействия, а также учатся взаимодействовать с различными предметами. Придумайте постоянно новые сюжеты для игр. Способствуйте развитию фантазии малыша. Пятое. Старайтесь как можно больше гулять с малышом. Во время уличных прогулок мозг ребенка намного больше насыщается кислородом. Кроме того, у него происходит активное взаимодействие с окружающей средой. И дополнительно, как совет, наверное, чтобы взаимодействие было еще более интенсивным, старайтесь почаще менять места дислокации во время прогулки. Шестое. Старайтесь соблюдать режим сна. Недостаточное количество сна или сбитый режим приводит к ухудшению памяти и внимания. Кроме того, что немаловажно, это истощает и работу нервной системы. Очень важный пункт – это сокращение времени, проводимого вашим малышом у экрана телевизора или перед гаджетами. Как я уже говорил в предыдущих роликах, данные устройства не способствуют развитию фантазии. Кроме того, как дополнительный совет, если ваш малыш все-таки смотрит гаджет или телевизор, находитесь все время рядышком и комментируйте все действия, которые происходят перед малышом на экране. Конечно, не стоит пренебрегать правильным питанием. Правильное питание помогает мозгу получить все необходимые полезные питательные вещества. Ну а на сегодня это все советы. Помните, что создание благоприятных условий для развития и роста вашего малыша – это ваша основная приоритетная задача. Ну а если вам есть что сказать или есть что добавить к данному ролику, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и делитесь этим видео с друзьями. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!